Очень грамотный, отличный специалист, лучший в своей профессии. Такими комментариями пестрит вкладка Романа Боргуля на портале «Добродел». Муниципалитета Московской области выбирают народного доктора. Лидер по химкам, терапевт поликлиники номер 5. Причем сам Боргуль о конкурсе даже не подозревал. Я просто не понял, честно, что такое, там надо было авторизацию пройти. Я даже не стал этого делать, просто раз посмотрел, не понял, я тут на первом месте. Я думаю, просто там по букве «Б», может быть, такая градация там идет, а потом, ну, типа, это, а потом раз, оказывается, нет. Ну, было приятно. Конечно, приятно, конечно. Роман мог стать стоматологом после вуза, хотел уйти в армию. Обстоятельства тогда сыграли роль. Как оказалось, в пользу самого врача и жителей Химок. Терапевт приехал в городской округ недавно. Говорит, плюсов для молодого врача здесь много. Привлекло социальная ипотека в Московской области, больше нет нигде подобной программы, по крайней мере. И я благополучно купил себе жилье. Вот, и живу. За плечами больше 5 лет работы в Саратове по программе «Земский доктор». Однако уже успел завоевать любовь жителей Химок. К нему едут на прием со всех уголков города. Так как он ведет прием, мне понравился. Он, самое главное, внимательный и выслушивает все от начала до конца, какие-то там жалобы, в общем, какие-то вот, что беспокоит. Он все это выслушивает, а потом начинает вести беседу. Для Жанетты Малкандуевой, как для заведующей, этот врач – весьма ценное приобретение. За небольшой период совместной работы Боргуль успел доказать свою компетентность, умение и желание работать. Пациентов он помнит всех, причем, проходя по коридору, была ситуация, которая меня тоже прям удивила и умилила. Он спросил, как ваше давление вчера, вот оно у вас было там, такое сегодня, такое вы мне с утра написали. То есть, понимаете, у него прямой контакт с пациентом. Это очень приятно, тем более в наше время, когда мы четко привязаны к времени на приеме. Сейчас голосование на портале «Добродел» завершено. Совсем скоро подведут итоги. Победители ждут призы и размещение информации о них на сайте Минздрава Московской области.